Что будет с нашим организмом при полном отказе от сахара? Давайте разберемся. При полном отказе от сахара первые 3-4 дня будет тяжело. Будет угнетенное настроение, упадок сил, снижение работоспособности. Так и будет. Организм реагирует таким образом на резкое прекращение потребления пустых углеводов. Но после организм оценит отказ от сахара, нормализуется сон и появится энергия. А приблизительно через неделю, через 7 дней, заметно улучшится состояние кожи. Ведь сахар является катализатором воспалительных процессов, поэтому отказ от него снижает риск развития ряда хронических заболеваний и способствует замедлению старения организма. А вот тяга к сладкому полностью исчезнет приблизительно через месяц после решения не употреблять сахар. И мы говорим о полном отказе от сахара, но полного отказа от сахара все равно не будет, потому что сахар есть во всем, в молочных продуктах, во фруктах, в овощах и так далее. То есть сахар есть практически во всем, поэтому полного отказа не будет. Мы избавляемся от полного отказа дополнительного сахара. И еще один момент: для того, чтобы понизить тягу к сладкому, нужно употреблять продукты, богатые магнием.